Итак, дамы и господа, всем привет, с вами пилот 1000РР, Саня на связи, и сейчас я вам расскажу свое мнение об этой игре. Я ее скачал уже месяца полтора назад, я в нее просто, я в нее влюбился, да, я в нее играл, наверное, часа три без перерыва, скачал я ее под вечер, где-то 12 часов ночи, вот, и играл почти до трех, вообще. Сюжет суперский, это просто шедевр. Играл я на такой сложности, почти очень сложно, да? Вот, на закаленном. Ребята, смотрите сами. Сюжет вообще восхитительный сюжет. Я ставлю 10 из 10 этой игре. Она передает всю атмосферу. Нацистская военная машина с невероятной жестокостью обрушилась на Западную Европу, поставив ее на грань гибели. В этот темный час мы должны собраться с силами, чтобы дать отпор агрессии. Уничтожение нацизма станет нашим тяжелейшим испытанием в истории. Но с помощью наших союзников мы обязаны справиться с ним и победить. Ну что, друзья, как вы уже догадались, что в этой игре мы с вами будем не только стрелять с оружия, кидать гранаты, отбиваться от собак, но еще будем спасать мирных жителей, летать на самолетах, ездить на танках, на джипах. И просто будет такое месиво, просто это будет просто жестко. This day is set upon a mighty endeavor. A struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road belongs. Еще, друзья, не забывайте, что вы будете играть, нет, точнее не играть, а выживать, вот это вот переживать, чувствовать все эмоции на себе тех времен, той сумасшедшей войны. У вас будет два верных друга и будет такой не совсем умный командир, но справедливый, и будет вам давать такие задания просто невыполнимые. Это будет просто жесть. Готовьтесь. Сегодня 6 июня 44-го. Если бы ты только видел это. Мы где-то на побережье лягушатников, я даже название места не знаю. Мы хотим отбить Францию у фрицев. Но пока мы только ждем. И он просит у меня часы, а я думаю, нахрена тебе мои часы? Ты же долбанный капитан футбольной команды. В учебке я завел друзей, и сейчас мы все на корабле. Все напуганы до смерти, но виду не подают. А Цусмана я сначала ненавидел, а теперь он, пожалуй, мой лучший друг во всем мире. Вечно попадает в неприятности. Если бы не шла война, он бы попытался ее начать. Ну, и мне нужно беречь пальцы, чтобы сделать снимок года. Стайлс после войны хочет быть фотографом в журнале Life. Он похож на Кларка Кента, но только когда снимает очки, то не видит просто ни шиша. А Елла ветеран. Но если честно, то мама бы назвала его деревенщиной. А, давай повысим ставки. Архангел, святой Михаил, спасает меня с Касерина. Цусман, 3 раза за 10 секунд, и он твой. Ну, не знаю. Всегда можешь струсить. Я ставлю на Цусмана. Ладно, попробую. Больно смотреть. Просто засеки время. Рассказываю дальше. Мы с парнями завалились на покерную партию в гости к футбольной команде. Они сигналами показывали мне руки всех игроков. Вы бы видели лицо этого квотербека, когда я сорвал банк. Готовы? Запомните, не стоит воровать у вора. Все. Ты проиграл. Какого хрена? Злости Аела хватило бы на двоих. Мать говорила не верить евреям. Ночью она говорила другое. О нетерпимости на шестерых. Кому нужен этот образок? Тебе был нужен. А, найду себе и получше. Настоящий трофей. Удачи тебе. Ой! Сбор в 6 часов, мы опоздаем.
Все будет в порядке, Дэниелс. Не волнуйся. Сбор сейчас начнется, а вы чем заняты? И есть сержант Пирсон. Он просто душка. Думаете, вы особенные? Краут и вас на обед сожрут. Только не нас, сержант. Нас так не слопать. Придержи язык, Цусман. За мной. Раз уж у меня пошла полоса удачи, держись тогда ко мне поближе. Нормандия, потом Рейн. Мы сможем, Дэниелс. Сегодня вместе с союзниками мы начинаем операцию беспрецедентной важности. Мы создадим плацдарм в Нормандии, чтобы прервать распространение немецкой агрессии, вот уже 5 лет наводящей ужас на Европу. Мы – последнее, что отделяет мир от тьмы. Это не просто наш шанс героически проявить себя. Мы победим, и наш триумф навеки запомнит благодарный нам мир во множестве поколений. Я говорю о славе, господа. О славе! Говорить полковник Дэвис умеет. Его речь напомнила мне ту, что толкнул наш тренер Джонсон перед игрой против Остина. Помнишь? Мы проиграли с разрывом 42 очка. Лейтенант Тернер всегда следит за Пирсоном. Держит его на поводке. Но если Пирсон сорвется, нам всем достанется. С тех пор, как я впервые взял в руки ружье, я хотел быть как ты, Пол. Угнаться за тобой будет нелегко. Но я попробую, черт возьми. Сейчас или никогда. Эй, вот бы меня такая дома ждала. Погоди, попадем в Париж. До него еще далеко. Помните, на берегу не сидим, надо продвигаться. Держитесь по одному и не высовывайтесь. Делайте как в учебке и будете целы. Я с гордостью поведу вас в бой. Всегда и везде. Задайте им жару! Пляж ведь должен быть зачищен, да? Ты испугался, рядовой? Нет, сэр. А должен бы. Дэниел, огонь есть? Конечно. Нет!
Капитан Галлорик к заграждению! Нам нужен путь бункера! Дэниел! Тебя этому и учили! Живо бери бангалор! Ты справишься! Да, сэр! О, боже! Не забывайте, друзья, что в ближайшем стриме мы испытаем наши нервы на прочность.